Ну, порассуждать о красоте без причины. Что может усладить глаз настоящего мужчины? Глок 17, Смитен Вессон, Кольт, Астон Мартин, Ягуар, Линкольн, золото закатанное без бирюзеля. Я художник, я вижу мир во сне его красе. Реальный я эстет, не какая-нибудь деревенщина. Но нет в мире больше ценности, чем красивая женщина. Этот факт не подвергается даже мизерному сомнению. Созерцание красавицы сродни обвинению. Происходит мощнейшая души терапия. Каждое клетка тела ощущает эйфорию. Воображение на пределе работает неутомимо. Кровь или жила, когда она проходит мимо. Это ощущение знает любой мужчина. Вы смотрели запах женщины с Аль Пачино. Вы моя любовь и боль, всюду в стороне любовь. Падаю пред вами низ, нет моей любви границ. Зрение. Красота бьет ресурсы по глазам. Обоняние. Тварь появляется с лица. Слух. Нежный голос провокатор, сладкий грез. Если дошло до осязания, то это всерьез. Ну а на вкус это счастье, просто нирвана. Хозяйка тебя поглотит поздно или рано. Тебя милостиво покладили, урчи же кот. Что приятнее, секс или Новый год? Какое наслаждение всего на свете земли. Правильно видеть ее, говорить с ней, йоу. Касаться с ней, йоу. Ощущать ее всю от волос до ног, йоу. Это не тупое влечение, это не простая физиология. Человек вообще-то не совсем животное. Ваша истинная эстетика ее производная. Поэзия, смелость сказать, едва душа слова. Вы моя сударыня, моя госпожа. Вы моя любовь и боль. Моя любовь. Всюду мою стороне любовь. Любовь. Падаю. Падаю. Пред вами. Пред вами. Вниз. Нет. Нет моей любви. Моей любви. Куда вниз. Вы богиня, приносящая сладость. Сеньора блаженства, перманентная радость. Ваше второе имя упоение, мадам. Небо висит в воздухе и тут, и там. Женщина, альфа и омега. Нет ничего прекраснее самки человека. Удовольствие, без вас тревен лайф. Услада, все вы несущие кайф. Вы моя любовь и боль. Всюду в стороне. Яндекс.Такси, Яндекс.Такси, я минуюсь, что ты здесь. Поехали со мной, девушка, я Яндекс.Такси, а?